Нур-Отан и «Единая Россия» намерены наладить сотрудничество между региональными партийными структурами. Соглашение об этом достигнуто в ходе встречи первого заместителя председателя партии Нур-Отан Маулена Ашимбаева с делегацией «Единороссов» во главе с замсекретаря Генерального совета партии Сергеем Железняком. На переговорах в Астане отметили, что отношения между двумя странами развиваются на основе равноправия, уважения независимости, территориальной целостности и национальных интересов. Эти принципы стали надежными основой для сотрудничества ведущих политических организаций. Маулен Ашимбаев подробно ознакомил гостей с новыми социальными инициативами Нурсултана Назарбаева, а также рассказал о проектах, которые намерен реализовать Нур-Отан в рамках партийной модернизации. В завершении встречи был подписан протокол о взаимодействии между Нур-Отаном и «Единой Россией», рассчитанный до 2020 года. Мы всячески поддерживаем, и я уверен, эта поддержка будет расширяться в отношении прямого контакта между нашими региональными и местными партийными организациями, реализации совместных молодежных проектов, инициатив и всех тех мероприятий, которые будут на благо наших народов. Такая интенсивная работа между нашими партиями полностью отражает характер отношений, которые существуют между нашими народами, между нашими странами.